мяча Надаль. Сказанное относится и к Надалю в том числе. Он у мяча. Там же еще и Рауль. Ну, какая-то домашняя заготовка наверняка, вы сами понимаете, есть. Посмотрим. Руфаи, по-моему, не очень хорошо занял позицию. Гол. Вы слышали, что я сказал? По-моему, он нехорошо занял позицию. И наказан тут же был. Это уже был детский сад. Это диаметрально противоположное тому, что он сделал, когда отбил мяч, летевший в дальний угол ворот. Это настолько наивно, что даже не похоже просто на игрока какой-то клубной команды. Просто клубной команды, вы понимаете? Жаль, искренне жаль, что вот такой гол забивается. Ну, воспользовался, ну вот вы видели, да, кто это, а кто это получается. Вот посмотрите, удар, и стоит вратарь за стенкой. Мяч летит туда, где он должен был стоять. Стой там, никаких...